Привет! Сегодня мы запустим серфить на Valve EX девочку Алису. Алиса, вставай! Пора на тренировку идти! Алисе 10 лет. Она совсем недавно начала заниматься каякингом, еще не очень уверенно встает, но уже полна решимости испытать себя на этой великолепной волне. И вот мы пересекаем озеро и подходим вплотную к порогу Нейтикоски. Сначала Алиса опасалась заходить на волну, как все, поэтому мы решили сплавиться до порога сверху. Острее! Крен! Я здесь! Все, уже идем! Слабь, война! Погреби вперед! Опенку! Разворачивайся! Оп-оп-оп. Молодец! Ну да, мы немножко промахнулись, зато страх перед валом почти пропал. А еще я показал, как это здорово и весело серфить на волне, и Алиса решилась окончательно. Гриби, 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 гриби! Вот моя вода! Вот оно, молодец! Давай, гриби сюда, гриби, гриби! И светло вышло! Страшно? Вообще не страшно. А почему так входил долго? Не знаю. Потому что я все время думала, что перевернусь. А почему ты боялась перевернуться? Потому что когда переворачиваешься, во-первых, ничего не видно, во-вторых, дышать никак. Ты же умеешь вставать. Вставать умею, но когда большие волны и валы, я вставать не умею. Понятно. А когда еще пойдешь? Когда еще раз сюда поеду. Точно пойдешь, обещаешь? Обещаю. А что же думают папа и мама Алисы? Не боялись ли они за ребенка? Честно говоря, нет. У тебя только одна дочка, не три. Ну, тем более, наоборот, надо из нее выжать максимум. Очень долго тянуло. О чем договаривались, что все, обратной дороги нет, что идешь. Раз уж пошла, так пошла. Нет, засела. Ну, конечно, чувство радости все равно есть, но такие же немножко затянувшись. Такие же большие страшные валы. Валы прекрасные, по-моему. Неужели не добрые, на солнце блестят. Мне кажется, что вот она с водой легко. То есть вода ее держит, ей никаких проблем нет. Пошли сразу еще кататься? Уже времени нет. А то бы пошла. Я бы пошла. Точно. Сказала, как отрезала. Ну что ж, обещание повторить в будущий раз получено. Пожелаем Алисе новых успехов и до новых встреч!